Ну, исполнить первый наш сердечный, также в режиме повтора, как бы чуть-чуть прогрев себя, и остальное время мы уделим наработке, проработке нашего второго комплекса. Сам по себе хорош тем, что если вы чувствуете себя как бы не очень хорошо, ну не в тонусе, то вот его можно делать, потому что он на самом деле достаточно прост. Да, есть движение, вот это южно-китайская бабочка тидбоком, но не обязательно низко приседать. Вот. А все остальные упражнения, они, в общем-то, легкие. Ястреб погружается в небо. Акцент на мизинце. Поехали. Мин-мейн. Таз подбираю, лопатки раскрываю. Отшаг на ширину плеч. И потянул за мизинцы руки вперед. Охватываю запястье. Левая ладонь касается центра грудины. Поднимаемся. Сгибаем запястье. Надавливаем на точки. Поднимаем голову. Шальной, это меридиан сердца. Это шальной. И этим самым мы воздействуем здесь на меридиан сердца. Значит, учитывая, что здесь и в первом упражнении, и во втором упражнении начинается движение рук, я хочу, чтобы вы мне угадали из двух вариантов. Почему? Потому что везде, где есть подобные движения, они должны делаться примерно одинаково. Вот. И мне важно, чтобы вы это все-таки запоминали, запомнили. Смотрите, значит, первый вариант движения я делаю отшаг. Отшаг, и я пошел и вышел, да? И второй вариант движения я делаю отшаг и пошел и вышел. Какой правильный? Первый или второй? В втором варианте вот, ну, погружение вниз вот плеч. Да, все, это и есть правильно. Все. Значит, дело в том, что когда я к вам лицом, это очень трудно. Делаем шаг, смотрим влево. Подъем. Теперь выбираем, собираем. Раскрываем ноги. Опускаем. Пошел локоть. Вы компенсируете свое состояние на приседе. То есть вы просто низко не приседаете. Но отшаг все-таки должен быть именно как положено в ногу. Итак. Отшаг я забираю с тыльной стороны. Вышел.
тоже достаточно высокая. Идет подъем выше. Всегда во всех случаях иглотерапевты применяют. Там иглотерапевты, там у вас там массаж делается, или там чуботерапия, доин массаж, именно по меридианам. Она остается прямо смотреть вперед, а может мы поэтому на пятку встаем, чтобы потом чуть-чуть раскрутить? Нет. Дело в том, что вставая на пятку, мы тут же стопу ставим полностью на пол. Итак, раз. Приседая, выставляем стопу. Два. Теперь, когда стопа стоит, пошли вперед. Три. Теперь поднялся, вытянул макушку, оттянул руки назад, стал сам сомнял запястье. Теперь, уходя назад, соединил. Здесь мы ждем руки. Поставили.